Так, ребята, покажу сейчас. Есть тут маячок, оказывается, информация прошла. Поезд Интерсити. И вот на этой частоте он дает маяк такой. Ну, сейчас он на Запорожье один у нас стоит, я так понимаю. Вот, сейчас я на обзорную принимаю его. Звучит это так. Сейчас я направлю на Запорожье 1 антенну 6 элементов. Я думаю, вытяну этот сигнал получше. Так вот, я поставил 6 элементов, направил на Запорожье 1. Смотрим. О, небо и земля. Так что можно мониторить, когда он по Украине идет на этой частоте.